Вот этот комплект называется «Погода в доме». Зонтики такие. Вставки здесь синтетические. Имитация граната, вот кругленький камушек. И карборунд. Массанит. Серебро оксидированное. Цены. Колечко 20 размер 8700 рублей. Серьги 14700 рублей. Кольцо 20 размер 8700 рублей. Ну вот это тоже фантазия армянских ювелиров. Вставка плисовый малахит. Серебро оксидированное. Кольцо 8500. Серьги 12500. Так, ну давайте вот краткий обзор по гранатам чешским. Пусетиков я здесь не вижу. И не было, мне сказали, пусетиков. Это серебро, покрытие золочение. Так, и отдельное внимание. Вот это колье сбоку лежит. Вот оно. Браслет. И еще одно колье вот сбоку лежит. Все это комплектами здесь расположено, чтобы вы сориентироваться могли. Миниатюрный наборчик с изумрудами. Серьги. Любая мочка. 4300 рублей. 18 размера колечко. Оно 3100 рублей стоит. Серьги из радированного серебра, кварц волосатых на цепочках. Или рутиловый кварц с зеленым оттенком. 4900 рублей стоит эта пара. Да, вы правы, вот еще цветочки, но это не пусеты, это английская застежка. Они там спрятались, было так, что казалось, что это пусетики. Серьги аккуратненькие, малюсенькие, как пусетики, вы правы. Колечко 2800 рублей, 18,5 размер. Серьги 3800 рублей, серебро радированное. Цветочки с гранатами, наверное, эти вы имели в виду. Колечко 17 размер 3500 рублей. Подвесочка цветочек 2300 рублей. Ну и серьги 4800 рублей. Эти украшения мы не взяли. Эти украшения под заказ. Грубо говоря, прямо сейчас, если кому-то что-то нравится, говорите, мы их тогда заберем, конечно же, отсюда. Так, это у нас подвеска с натуральным малахитом, с секретом. Вот сюда вы приклеиваете фотографии своих любимых людей. Я так понимаю, малахит натуральный, стоимость 5600 рублей. Готово. Дольки вот эти вот имеете в виду, наверное, да? Серьги. Это серебро, золочение, европозолота, лимонное позолота. Колечко 19 размер. Оно стоит 3950 рублей. Вот такое интересное кольцо. И серьги. Модель на мочку без подвесной части. Это чешские гранаты. Вот такие темные и чешские. Стоимость сережек 4600 рублей. Эти шарики лабрадорчики на цепочках. 4200 рублей. Длина около 7 сантиметров. И подвеска, по-моему, тоже где-то была. Не знаю, сейчас не найду. Основной камень здесь флюорит прозрачный. Вот так вот он выглядит. Ну и цветочки, лепесточки из цитринов и хризолитиков. 16 тысяч рублей такой подвес стоит. Красивый и мощный. Те, кто разбирается, понимают, что я имею в виду под словом мощный. Это тоже у нас кварц-волосатик. Сейчас красоту его. Очень красивый камень. Кстати, для тех, кто хочет удачно выйти замуж. Вот так. Волосатик его в народе называют. А так это кварц-рутил. Великолепный камень. Это директор, кстати, который нам здесь, да, вот эти вот вещи все привозит. Привозит, да. Очень красивый наборчик. Да. Так, по ценам.
колечко 6400 рублей, 20 размер, и серьги 9200 рублей. Модель на мочку, серебро родированное. Камень очень красивый, прозрачный, и внутри вот эти вот стрелы амура. Это рутиловый кварц или кварц-волосатик по-другому. 19 размер колечко. Стоимость колечка 5400 рублей. И 9200 рублей стоит серьги. Серебро здесь родированное. Смотрите, какой лунный камень нашел. Абсолютно прозрачный. Ну и иризации здесь, конечно же, не видно. Ну, очень интересный, абсолютно прозрачный лунный камень. Кольцо 19,5, 4200 рублей. А серьги 5200 рублей. Серебро родированное. Детали все толстые, прочные. Все щелкает звонко. Очень интересный камень. Вот другое колечко нашел. Оно 19 размера. Здесь уже камень более мутный. В отличие от предыдущего набора. Этот 19,5, тоже 4200 рублей. Вот еще набор с лабрадорами. Здесь полированные уже лабрадорчики. Лабрадорчики с огранкой, вот как сверкают. 5400 рублей серьги и колечко 18, и колечко 18 размера 3400 рублей. Вот еще набор с лабрадорчиками, с огранкой. Вот этот набор кто-то поинтересовался у Лили? Но уже найти невозможно, кто его спрашивал, поэтому я его заново показываю. Это лунный камень, аметист и топазы, серьги. Застежка омега, то есть есть и игла, и клипсовый прижим. Кольцо 19 размер, серебро родированное. Колечко стоит 9200 рублей, а пара сережек 16400 рублей. Очень красивый набор. Иризацию я передать не могу через телефон, но она есть здесь. Австралийский голубой опал. Серебро без покрытия. Интересно то, что браслет сделан в Австралии полностью. Размеры от 17 до 20. Стоимость этого чуда 34 тысячи рублей. С обратной стороны вот такой он. Немножко грубоватый, но это ручная работа. Австралийский голубой опал. Вот еще Хюрем Султан. Камни здесь природные хризопразы, а вокруг беленькие, это кубический цирконий, это синтетические камни. Серебро, покрытие, золочение, шинка кольца без покрытия. Стоимость колечка 18 размер 7000 рублей, серьги 13000 рублей. Данил, эти комплекты делятся? Комплекты делятся эти, Литва? Эти комплекты делятся? Комплекты можно делить, оказывается. Смотрите, набор Хюрем. Ну, Лиля так ласково обозвала. Серьги и кольцо. Кольцо 18,5 размер. Вставки здесь синтетическая шпинель. Основа серебро, покрытие золочение. Стоимость кольцо 7000 рублей, серьги 13000 рублей. Сделано в Литве. Это ручная работа. Это серьги с обсидианом. Это ручная работа, Армения. Как показать-то обсидиан? Вот он какой. 14700 рублей. Так, вот Лиля попросила отснять вот этот планшет. Это у нас планшет с крупными подвесками. Лунный камень. Вот они большие. Где-то 4 сантиметра, наверное, подвесочка с лунным камнем. Вот перстень с лунным камнем. Также на этой планшеточке есть у нас рутиловый кварц. Или по-другому кварц-волосатик. Вот.
комплекты. Кварц-волосатик или стрелы Амура, что ли, называется, я даже не знаю. Это лабрадорит опять у нас. Это солнечный камень, по-моему, называется. Вот если кому-то что-то нравится, делайте скриншот, фотографию экрана. Дальше разберемся. Вот еще комплект с чешскими гранатами. Тоже лимонное золочение, серебро. 11 тысяч рублей комплект. Кольцо 17,5. Это кошка с собакой. А, тем более. Да. Кошка это... и собака, это, кажется, вообще песня. Да. Живут дружно. Серебро, покрытие золочения, лимонного цвета золочения. Камушки, это у нас гранаты природные. Это браслет с натуральными танзанитами. Стоимость 48 700 рублей. Витрину сверху чуть не пропустил. Кольешечки. Жемчуга. Это, друзья мои, бижутерия. Ну, опять вот эта вот витрина с бижутерией, с чего мы начинали нашу выставку. Я опять решил подойти посмотреть, полюбоваться. Видеоотчет. Куда-то поехал фокус. Верните. Так вот. Несколько комплектов мы взяли, кое-что. Поэкспериментировать, попробовать. Бижутерия с природными камнями. Это российское производство. Попробуем. Меня привлекает то, что здесь камни очень красиво подобраны. Очень красивые камни. Смотрите, это у нас сапфирины. Очень люблю нежный этот цвет. Этот нежный рисунок. Кольцо, серьги и подвеска. Слоники на сапфиринах. Стоимость комплекта 20 тысяч рублей. Комплект не делится. Это у нас модель с раухтопазом в черненом серебре. Модель сережки с подвесной частью. Смотрите, какая красота. Кольцо вот такое, перстень. Раухтопаз, густой чай. Очень красивый камень. Огранка. Колечко 18 размер, комплект не делится. Вот еще раухтопазы. Очень крупный комплект, крупные камни. Вот так вот выглядит перстень, не побоюсь этого слова. Огранка сверкает. На просвет камни прозрачные. Вот в таком положении камни, конечно, своего темно-коричневого цвета. Так вот выглядят серьги. Полупетля с замком. Это оксидированное серебро, чернионное серебро. Так, друзья мои, поступила специальная проба, просьба, проба, 925 называется проба. Специальная просьба показать часы серебряные, вроде... Ну вот классические часы, маркозитами нас Лилия балует. Так, фокус, как всегда, надо нам настроить. Ну и вот я представляю вам часики, серебро, родий. Правильные часы на светлом фоне, черные стрелки и черные цифры. Основа циферблата перламутр. Кварцевый механизм, я вижу, японский, да? Japan Moved. Обратная сторона. Эта крышечка, как правило, стальная. Ну, вот такие вот часы. Размер, механизм, циферблата, скажем, хотя бы так. Габаритный размер 32 миллиметра примерно.
замок-коробочка, то, что нужно, самый прочный замок в таких браслетах, скажем так. Общая длина 23 сантиметра, то есть ювелир уменьшить размер может, чудесный размер. Ну и стоимость 31 500 рублей. Точно такие же часы, но совсем другие. Заметили разницу, да? Прямоугольной формы. Это все у нас унисекс, что мужчины, что женщины могут такие часики одевать. Тоже японский механизм. Размер тоже на 23 похож. 23 сантиметра размер. Стоимость этих часов 28 100 рублей. Чуть-чуть подешевле, чем предыдущие. Ну вот кому какой вкус. Мне, конечно, вот эти вот импонируют очень. Мне очень нравятся такие. Далее. Браслет с перламутровыми вставками. Тоже здесь у нас серебро, радирование, кварцевый механизм, то есть на батарейках часики заводить нам каждый день не надо их. Длина этих часов 18 сантиметров примерно. Да, 18 с половиной сантиметров. Ну и при желании можно уменьшить размер. Но здесь, конечно, целое звено надо убирать. Давайте считать так, что этот размер не меняется. 18 сантиметров. Римские цифры на темном, темного цвета, черные римские цифры на светлом циферблате. То, что должно быть. А здесь, наоборот, черный циферблат, белые цифры, белые стрелки. Ну, на любителя, как говорится. Эти часы будут стоить... Ой, прошу прощения, я слышу. Эти часы стоят 25 800 рублей с перламутровыми вставками. Тоже интересные часы. Часы с черным циферблатом. Данил пришел. Смотрите, кто нас этой красотой радует. Так, эти часы стоимость 27 400 рублей. Серебро, Данил, все радированное, да? Вот эти вот радированные идут. Радированные. Это не радированные, эти радированные, эти радированные. Ага, акцент, внимание, эти часы не радированные. Но не стоит как-то расстраиваться, что не радированные. Те вещи, которые мы постоянно одеваем, носим, серебро трется, трется и не теряет свой блеск. Если же некоторое время они полежали у вас, там, я не знаю, в ванной комнате и потемнели, взяли рукавом. Рукавом мы это делаем, потерли, и серебро блестит. В отличие от бижутерии, серебро все это быстро восстанавливается. Даня, вот это тоже похоже, что не радированное. Это радированное. Да? Родий, да, отлично. Опять перламутровая основа, циферблат. Видно? Вот так вот фокус ловить постоянно приходится. Диаметр часиков тоже 32 примерно, да, 32 миллиметра примерно. Размер, длина... Общая длина линейки не хватает 22 сантиметра. Если что, очень легко все это дело убирать можно. Любой убирать. Часовой. Они убираются легко. Да, да, убрать. Любой, ну, часовой можно сделать. 22 сантиметра. Стоимость 28 700 рублей этих часов. Japan Moved. Японский механизм, тоже на батарейке. Ну, вот такие вот часики у нас. Далее... Миниатюрные дамские часики, серебро, родий, кварцевые тоже на батарейке. Где сделан механизм, не скажу, информации нет. Стоимость этих дамских часиков 16 400 рублей. Ну, классика, имеет место быть. Длина, длина... Общая длина 17 сантиметров. Да. Размер браслета 17 сантиметров. Пожалуйста. Ну и еще вот Данил мне принес. Смотрите, часы на цепочке, инкрустированы марказитами и гранатами. Ну, такая вот интересная
подборочка у меня получилась. Готово. Мы в аэропорту. Санкт-Петербург, аэропорт Пулково.